Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» начал свою деятельность в мае 2012 года в городе Красногорск. Клуб организован настоящими патриотами, которым не безразлично будущее России. Действующими боевыми офицерами, прошедшими специальную подготовку, разработавшими собственную практическую систему спортивно-патриотического воспитания молодежи. Основная цель деятельности клуба – это воспитание здорового и высоконравственного гражданина России, возрождать лучшие традиции российского наставничества, пробуждать в молодом поколении волевые качества, целеустремленность, чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. В системе разностороннего воспитания молодежи клуба «Ярополк» гармонично переплетены спортивные, военно-патриотические, духовно-нравственные и физкультурно-оздоровительные направления. Спортивное направление клуба базируется на бойцовских видах спорта, где молодые спортсмены осваивают технику ударов рук, ног и приемов борьбы по шести дисциплинам. Это рукопашный бой, самбо, бокс, кикбоксинг, грэпплинг и смешанные единоборства. Также в клубе проходят занятия по кроссфиту, чирлидингу, коррекции фигуры и работает тренажерный зал. Воспитанники клуба успешно выступают на региональных, всероссийских и международных турнирах по единоборствам. За время своего существования клуб подготовил 6 чемпионов России, одного победителя первенства мира и одного чемпиона Европы по рукопашному бою. Раз в год все спортсмены клуба сдают экзамен по физической подготовке, который включает в себя упражнения на технику ударов рук, ног, борьбы, а также физические упражнения. Это хорошая мотивация для улучшения собственных спортивных качеств в достижении поставленных целей. Чтобы спортсмены клуба и их родители могли больше общаться друг с другом, руководство клуба делает около 10 внутренних турниров в год по игровым видам спорта, а это футбол, регбол, мини-футбол, боулинг, плавание и шахматы. Также для новичков клуба несколько раз в год проходят внутренние турниры по боксу, самбо, грэпплингу и шахбоксу. Духовно-нравственная подготовка воспитанников является основным направлением деятельности клуба. Ярополк периодически выезжает на муниципальные и всероссийские общеобразовательные молодежные форумы, оказывает посильную помощь ветеранам войны и малообеспеченным семьям, принимает участие в субботниках, воспитанникам преподается изучение роли российского народа в мировой истории и многое другое. Несколько раз в год в клубе проходит творческий конкурс, который приурочен к государственным праздникам России. Его цель – это выявление талантливых детей клуба. По традиции клуба любой желающий спортсмен может накрыть праздничный стол для своей группы. Это влияет на сплоченность коллектива, слаженность и командную работу. В канун Нового года в клубе проходят праздничные новогодние тренировки с элементами спорта и творческой программы. А это различные конкурсы, викторины и хорошее настроение. И как же здесь не обойтись без Деда Мороза и Снегурочки? Каждое лето воспитанники Ярополка выезжают в летний спортивный лагерь в Республику Крым, где спортсмены клуба не только ежедневно тренируются, но и отдыхают. Это говорит об уровне доверия родителей к тренерско-преподавательскому составу клуба. Главное, чтобы воспитанники Ярополка стали высоконравственными, творческими и компетентными гражданами, осознающими ответственность за настоящее и будущее своей страны. Система спортивно-патриотического воспитания клуба строится на индивидуальном подходе к каждому воспитаннику, ведь наши преподаватели – это заботливые наставники, создающие фундамент для дальнейшего духовного и физического роста молодых людей. Чтобы стать воспитанником клуба «Ярополк», молодому человеку до 16 лет следует проявить усердие, что подтверждает его намерение стать членом семьи «Ярополка». Для этого ему необходимо выучить гимн России, гимн «Ярополка» и хронологическую таблицу истории современной России. Также он должен сдать возрастные нормативы по физической подготовке. Основная цель данного экзамена – это увидеть в поступающем молодом человеке силу его желания и целеустремленность на пути к новым свершениям. Также ведется ежеквартальная проверка успеваемости воспитанников клуба в школе. Ведь наставник должен заботиться об успеваемости учащихся, развивать тягу к знаниям и разным наукам. Спортсмены с 17 лет и старше вместо вступительных экзаменов проходят собеседование с директором клуба, где им рассказывают о программе «Ярополк». Физкультурно-оздоровительное направление в системе воспитания клуба «Ярополк» закладывает в юное сознание основные правила ведения здорового образа жизни, а это еженедельное купание в ледяной воде и походы в русскую баню. Качественный подход к любому действию – главный принцип в работе «Ярополка» и не только в тренерско-преподавательской деятельности. Начиная с 2012 года, клуб регулярно проводит спортивно-патриотические мероприятия. Это яркие, зрелищные шоу с участием звезд и современного оборудования –
Ведь в наше время хорошо спланированные профессиональные турниры и акции – это как постановочное кино, на которое идет зритель, и это не коммерческие мероприятия. Вход всегда свободен. Главная задача – пробудить в людях желание качественно развивать подрастающее поколение, общество, государство и, естественно, расти самому. За 9-летний срок своего существования клуб «Ярополк» дал жизнь многим ярким и запоминающимся спортивно-патриотическим событиям, а это профессиональные турниры по единоборствам. 9 акций «Быть здоровым – это модно», где в общей сложности облилось ледяной водой более 1200 человек. Массовые тренировки на улице, турниры по кроссфиту и многие другие акции. Мы надеемся, что все спортивно-патриотические мероприятия станут традиционными и будут пробуждать в обществе желание к новым свершениям ради будущего нашей страны. В августе 2014 года при клубе «Ярополк» создано творческое объединение – музыкальная группа «Ярополк». Гармоничное переплетение патриотического текста и современных музыкальных ритмов позволяют охватить значительную часть молодой и взрослой аудитории, пробудить в них чувство патриотизма и желание быть полезным обществу и своей стране. За 6,5 лет в арсенале группы 98 выступлений в 14 регионах России. Это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Крым, Нижегородская и Тульская области, Севастополь, Тюмень, Курск, Ульяновск, Великий Новгород, Чеченская Республика и Уфа. Данный проект созвучен с многими государственными программами и проектами, но основной, наверное, является государственная программа патриотического воспитания граждан России. Клуб «Ярополк» и музыкальный коллектив «Ярополк» являются надежными помощниками в реализации федеральной программы. Девиз клуба «Ярополк» – «Сила, слава, долг». И это не просто слова, а 3 неразрывных, незыблемых постулата, за каждым из которых скрываются реальные практические действия, которые предстоит совершить на пути совершенствования личностных качеств, реализации себя как гражданина и человека. Друзья, до встречи! Ваш спортивно-патриотический клуб «Ярополк».